Нижняя палата таджикского парламента Маджлиси Намояндагон внесла поправки в закон о свободе совести и религиозных объединениях РТ и официально запретила создание в стране религиозных партий. Согласно поправкам, религиозное образование в Таджикистане можно получить только в государственных учебных заведениях, сообщил Радио Зади депутат парламента Джаббор Ахмадов 6 декабря. Еще одна поправка в закон о свободе совести и религиозных объединениях РТ предусматривает доминирующую роль государства в формировании религиозной политики в стране. Уже несколько лет назад государство взяло в свои руки функции управления религиозной сферой. В настоящее время Совет улемов Таджикистана полностью контролируется государством. В течение последних нескольких лет режим Рахмона методично создает для народа Таджикистана новые и новые препятствия в соблюдении ислама, вводя абсурдные законы под предлогом борьбы с экстремизмом и терроризмом. Так, власти приняли решение об определении госорганами тем пятничных проповедей и об аттестации имам-хатыба в мечети, а всем госслужащим запретили посещать пятничные молитвы. Кроме того, в мечетях страны установлены камеры наблюдения. Лица моложе 40 лет не имеют права совершать хадж. Женщинам запрещено ношение мусульманских платков, а мужчинам моложе 50 лет запрещено носить бороду.